Одно из ведущих молодежных организаций, объединяющей талантливых ребят, готовых созидать и строить будущее молодой гвардии «Единой России», исполнилось 18 лет. С важной датой активистов Щелковского отделения поздравили депутаты «Единой России». Эти ребята являются постоянными участниками городских, областных и всероссийских мероприятий, посвящая свое свободное время общественной работе. Их деятельность направлена на развитие и поддержку различных областей социальной сферы. Мы сегодня празднуем 18 лет молодой гвардии. Я в организации уже более 2 лет и могу сказать, что мы все двигаемся выше и выше. Для меня молодая гвардия — это уже далеко не просто организация, это уже целая семья. К нам приходят новенькие, нас все больше, больше и больше. Мы достигаем все новых целей, вершин и не собираемся останавливаться. На мероприятии наградили активистов, которые внесли наибольший вклад в работу местного отделения в этом году. За последние, наверное, 4-5 лет динамика, конечно, потрясающая. Во-первых, количество активистов. Активисты действительно приходят в молодую гвардию, и это уже в сарафанное радио. Ребята стремятся попасть, они действительно приходят, им всегда помогают. Это такая дружная семья, дружная команда. Для нас это организация, которая всегда может прийти на помощь, которая во всех мероприятиях вместе с депутатами. Они приходят на помощь людям, когда нужно с гуманитарной помощью, нужно убрать в квартире, нужно сделать ремонт, нужно помочь. Любая помощь, всегда мы обращаемся к ребятам из молодой гвардии. С каждым днем организация растет, а значит и количество преданных своей стране и своей малой родине ребят становится больше. В местном отделении насчитывается 50 активистов. Примером своей активной гражданской позиции они привлекают в свои ряды, вдохновляют все больше молодежи вносить свой вклад в развитие нашего городского округа. Евгения Корытько, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.